Здравствуйте, я Юрий Рязанов, вице-президент компании «Россельмаш». Уже больше 2 лет являюсь продюсером российских фильмов. Провожу фестиваль детского и семейного кино и воочию столкнулся с проблемой, что сегодня в России нет нормальных кинолент для детей и подростков. Деньги выделяются, и немалые, но, к сожалению, зачастую даже самые достойные картины не находят своего зрителя. Они остаются на полке. Уверен, ситуацию можно и нужно менять. Дети должны воспитываться на нашем российском отечественном кино. Поддержите 6 апреля нашу инициативу в защиту детского и семейного кино. Спасибо.